Державинские чтения. Кто пришел на торжественную церемонию открытия? Уверен, конференция создаст стимулы для дальнейшей успешной научной работы и эффективной правоприменительной практики. Международный форум по педагогическому образованию в Казанском федеральном университете. Какое уже решение принял ректор? Мною принято решение ввести штатное расписание института, несколько дополнительных стартов по конкурсам проводных исследований. Не дать, не взять. Как в Казанском федеральном университете прошел круглый стол, где обсуждалась коррупция? Обычно в формате таких круглых столов поднимаются очень насыщенные вопросы, и всегда удается в рамках правового поля находить им решение. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Карина Саяхова. Гавриил Державин, русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель, прошедший путь от рядового гвардейца до министра юстиции Российской империи. Дорога его началась еще в Казанской губернии. Сегодня на его малой родине, под его именем, в Казанском федеральном университете проходит международная конференция «Державинские чтения». Все подробности расскажем далее. Торжественная церемония открытия конференции прошла в императорском зале Казанского университета. Открыл мероприятие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, который подчеркнул, наследие Державина, его литературные и юридические труды важны с точки зрения развития родного государства и способов совершенствования его правовой системы, а также правового просвещения граждан. Сегодня Татарстан один из динамично развивающихся регионов страны. Реализуемые в республике крупные инвестиционные проекты задают высокий уровень жизни. Большую роль в этом, несомненно, играет наука. Уверен, конференция создаст стимулы для дальнейшей успешной научной работы и эффективной правоприменительной практики, внесет вклад в правовые и литературные исследования, в том числе работ Гавриила Державина. Конференция «Державинские чтения» проходит в Казанском университете уже в шестой раз. Об этом рассказал ректор Ильшат Гафуров. Он отметил, что в этом году конференция посвящена трансформации социальной и правовой действительности в современном мире. Ильшат Гафуров подчеркнул, что выбор темы не случайен. Проблематика научно-практической конференции нынешнего года достаточно разнопланова. Это и цифровизация правосудия, и искусственный интеллект, безопасность, комплаенс, вакцинация и киберизация, онлайн-образование, удаленная работа и многие другие актуальные вопросы сегодняшнего дня. Также в рамках церемонии открытия конференции приказом Минюста России медалью Гавриила Державина наградили Ильшата Гафурова. И серебряной медалью за содействие наградили первого проректора Рияза Минзарипова. Отметим, что трансляция церемонии для студентов-участников конференции прошла в концертном зале Уникса. В торжественном открытии державинских чтений также приняли участие ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова, заместитель министра юстиции Российской Федерации Михаил Гальперин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, который затронул в своем выступлении тему о намерении ввести бессрочную аккредитацию для высших учебных заведений. По его словам, действующая модель аккредитации уже устарела. Мы три новеллы, которые ликвидируют вот эти проблемы, связанные со стрессом, который испытывают высшие учебные заведения, когда наступает процесс аккредитации. Мы вместе с рабочей группой, вместе с экспертами, вместе с вузами все-таки добились. 30 мая должно состояться третье чтение. Закон будет принят, и с 1 марта мы будем жить в ином вообще формате правового регулирования в этом вопросе. После торжественного открытия конференции стартовало пленарное заседание. Отметим, что участники и гости конференции также возложили цветы к памятнику Державину, который находится в Лидском саду. К слову, державинские чтения проводятся совместно с Российским государственным университетом юстиции. Завершится конференция 26 мая. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Приветствие участникам, организаторам и гостям державинских чтений направил министр юстиции Российской Федерации Константин Чученко. С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Казанского федерального университета. 24 мая в рамках осуществления государственной программы реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015-2023 годы в Казанском федеральном университете состоялся круглый стол по вопросам противодействия коррупции с представителями вузов, в том числе органов студенческих самоуправлений в области противодействия коррупции.
Мы не первый год работаем с молодежной антикоррупционной программой, и, кстати, в этом году 15 лет, поэтому обычно в формате таких круглых столов поднимаются очень насыщенные вопросы, и всегда удается в рамках правового поля находить им решение. На данный момент у нас существует 25 студенческих антикоррупционных комиссий практически в каждом вузе республики, но и деятельность во всех вузах разная. Кто-то работает активно, кто-то нет, и сегодня мы намерены обсудить, как повысить наши KPI и нашу результативность. В Казанском федеральном университете стартовала работа Международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2021. О том, какое решение, способствующее самореализации молодых исследователей, было принято ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, расскажем в следующем сюжете. Преамбулы Международного форума по педагогическому образованию International Forum of Teacher Education ИФТ 2021 года стала первой конференцией молодых исследователей в области образования. Торжественная церемония открытия началась с приветственного слова ректора Казанского федерального университета, академика Российской академии образования Ильшата Гафурова. Было объявлено, что уже в следующем учебном году 4 дополнительные ставки будут задействованы для молодых исследователей. Мною принято решение ввести штатное расписание института несколько дополнительных ставок по конкурсу для молодых исследователей. Значит, здесь на опыт дается Галина Мансурович и ему коллективу для того, чтобы мы могли привлекать коллег молодых и со стороны, если у них будет такое желание переехать в Казань, жить здесь и реализовать собственные амбиции. Может быть, в течение короткого периода жизни, там, 3-4 лет, может быть, понравится, останется навсегда. Директор Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Елена Казакова в свою очередь отметила, что в науке либо честно, либо никак. Если до начала исследования вам уже известен ответ, вы не настоящий ученый. То есть в том, что вы входите в науку совершенно в особое время. Особое время, когда педагогика, оставаясь наукой про счастье, надеюсь, в этом вы не сомневаетесь, потому что от достижений этой науки целиком и полностью зависит счастье любой семьи, счастье любого государства. Потому что либо мы с вами умеем воодушевлять, вдохновлять, учиться взахлёб вместе со своими учениками, либо мы порождаем экономику, которая не нужна этой стране. Либо мы порождаем общество пассивное, потребительское, не заинтересованное в этом мире. Участниками Международного форума по педагогическому образованию в этом году стали более 1500 человек из 39 стран мира. Основная программа стартует 26 мая с торжественной церемонией открытия ИФТ-2021 и выступлений ключевых спикеров КСК КФУ «Уникс», вмещающим 1200 человек. Для участников будут созданы все меры санитарно-гигиенической предосторожности и безопасной дистанции. С подробностями можно ознакомиться на сайте форума. Илья Андреев, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В 1963 году Организация Африканского Единства объявила 25 мая Днем Освобождения Африки. Этой дате была посвящена конференция, организованная Департаментом внешних связей Казанского университета. Россия и Африка в 21 веке – это прежде всего развитие политических, экономических и социально-культурных взаимоотношений. На конференции, среди прочего, прозвучала песня в исполнении студентки первого курса Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Хабу Грейс. Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский вместе с представителями администрации и руководителями предприятий Златоуста в рамках визита в Елабугу побывали в Елабужском институте Казанского университета. В конференц-зале для делегации директора вуза Елена Мирзон провела презентацию Казанского университета. Руководитель института обозначила возможные направления сотрудничества в сфере образования, в том числе взаимодействия с Златоустовским педагогическим колледжем. Елена Мирзон пригласила гостей к участию в Международном фестивале школьных учителей, который по традиции состоится на площадке института в августе, а также в других проектах. Мы на самом деле восхищены и удивлены тем, что произошло в Елабуге за столь короткое время. Все на высшем уровне. Я уже сегодня доложил своим руководителям. И я думаю, что за опытом приедет не только теперь Златоуст, но и представители других городов Челябинской области. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!